долго. Пока вы сможете, у вас будет время тоже подготовиться. Так, сейчас я удалю ее сразу, реально. Я не хочу видеть уже это говно, блядь. Может быть, может, аддон получше будет. Хоть немного. 28 часов. По-моему, я Forsaken Gods проходил 29 часов, типа. Пиздец. Удалить нахуй. Смотреть на Марину в бассейне, ну да. Разумеется. Ну, Димон, походу, уснул опять, что ли, видимо, не знаю. Ну ладно, хули. Хули. Вообще, может быть, этот... Кстати, наверное, сейчас я вырежу реально Марину, ну, в конце. Сейчас приготовимся. Ну да, я это... А нет, Димон тоже готов. Короче, да, наверное, я вырежу ее, отрежу все-таки Таркания ебаный, блядь. Кто не удаляется, кстати, сука, говно. А, все удалилось, ура. Ура, хип-хип-хюррей. Да, и сохраню, короче, отдельно. Не врезай Марину, просто тут критика. Какая критика? Критика Аркания, имеешь в виду, от меня? Ну да. Как же без нее-то? Куда же без критики? Если это... Невозможно не критиковать, блядь, это пиздец. Ёбаный. Так, сейчас. Отмечу сразу тогда, как пройдено. Хотя, блин, уже вот полчаса как... Этот... Полчаса как 10, получается. Так, короче, я ставлю 2 звезды, наверное. В принципе. Или это много даже для этого хуйни, блядь. Не знаю. Может быть, многовато. А, на похуй, 2 звезды, короче, ставлю, хуйня. Это самая худшая игра пока что в итоге из тех, что были вообще в истории. Так, короче, ну готовьтесь там, чё кого тогда, если вам нужна подготовка там какая-либо. Я сейчас вернусь. Кстати, она уже, это, походу, стримит сейчас. Ну, если вот эта хуйня не обманывает. Да иди нахуй, я отрова, блядь, ебаный. Стой. Так, ладно, сейчас вернусь. Ладно, пока включу музыку тогда. Хуйня. В тишине сидеть. Сейчас буду. Thank you.
как она в одежде, в басике, наебала. А ты думал, она голая, что ли, там будет? Ну ты кадр, блин. Ну, видишь, Димону понравилось и так. Хз. Кайфанул. Не говори, расстроен не меньше, если не байт на середину ролика, то не понимаю, зачем. Бикини хотя бы. Ну, ее зрители тоже этого заждали, но не дождались. В купальнике хотя бы. Ну, вы вот сами ей напишите, пусть в следующий раз купальник надевает. Отправить сейчас. Спасибо. Так, а мне теперь вопрос, как видеть чат? Не будет виден? В DC есть она, но она сейчас стримит. Она до этого сидела же с нами. Смотрела. Ой, то, что... То, на что задонатила сама. Так что можешь в записи посмотреть. Стриме такое писать. А, ну напиши в чат, да. Веном, привет. Скажи, я донатил все на тиски. Все ждали стрим из бассейна, вот. Я как бы в бассейне. И... Ну, наслаждайся, короче, блядь, что я могу тебе сказать. Я наслаждаюсь. 150 рублей, изи. Мне по кайфу. Я не понимаю, вижу я чат или не вижу. И слышите вы меня или не слышите? Напишите что-нибудь. Опа, ну стрим с Басиком, как заказывали. Вы слышите? Напишите плюс хотя бы. Пишите плюс, блядь. Слышите, нет? Это не запись, это прямой эфир, если что идет. Солнце. Прямое включение. Чё? Жарко, жарко. Да. Хорошо, иди. Он там детей гоняет еще. Так. Сейчас я к своему напитку приплыву. Я чуть первый раз это послушал, кстати, этот момент. У нас сегодня 29 градусов. За ваше здоровье. Ой, господи. Как дела? Рассказывайте. Скучали? Без меня, любимый. Без меня и моего бассейна. Где Вадим вообще? Я не поняла. Он так жаждал стрим с бассейна. Где коктейль? Коктейль вон, с клубничкой. Дача стайл. Задержка в минуту, нифига себе. Много. Но тут интернет такой не очень. Я вам скажу. Плыви. Двадцать 9 градусов крепость. Ну да, вон видно, глаза косые. Мне игру стримить. Я тут лежу. Наслаждаюсь, так сказать. Номерочек, твое здоровье. Привет, Дмитрий, здравствуйте. Стрим с бассейна, все как и заказывали. Где купальник? Он там. Привет, Дмитрий, кстати. Здравствуйте. Я говорю вам, это а прямое включение. Все будет по-простому, не... Ты что думал, блядь? Тут все серьезно, нахуй. Я видишь? Только тебя и жду. Только не кидайте ману. Копите ее на... Вы что думали? Вадим, привет. Я вас наебал, стрим что ли? С бассейна. Здоровались уже, да, да. Но она забыла. Что, память нет, девичья, понимаешь? Там нормально, 29 градусов. Вот такая загораешь, да.
Загораю. Думал, будет контент. Так контент? Контентище. Он ради вас в одежде залезла в бассейн. Они еще недовольны контентом. Вы посмотрите на них. Вообще бессовестные. Какие. Ой. Слушайте, а хорошо. Я думаю, если я буду в купальнике стримить, во-первых, меня забанят. Наверное. Это не точно. Вадим, скажи, ты доволен? Я в бассейне. Что-то воды как в луже. Нет, тут большой бассейн. Позже забанят. Ну ты спроси у нее. 3 на 3. На траве, тем более, ты на траве с этим строже. Ну там похуй всем, на самом деле. Ничего там не забанят. Я тоже говорил сегодня. Все, отписка. Не такого контента ждали. Ребят, ну вы что? Жиза, да? Просто. Это же я. Что вам так просто? Да и стрим в купальнике. Смеетесь, что ли? Она им так просто не хочет, получается. Опять на солнце. За деньги, видимо. Только. Когда ждать теперь? Когда будут танки? Танки будут только 1-2 августа. С августа, короче, начинаем. Да ё-моё, не уплывай ты. Ну, Димон хотя бы не платил за это. Пусть на Твиче подрубает хуже. Ну, ты ей скажи об этом. В общем, Вадим доволен, да? Сиськи тут все на месте. Все там, где надо. Ой. Ну что, как вы там лето-то проводите? Я вот, как видите, на даче в бассейне купаюсь, а вы что, не купаетесь? У нас 29 градусов. А тебе белую футболку надела и поплавала. Конечно, с телефоном вместе. Блять, чтобы как перейти? Вообще без связи осталось. Нет, это картинка, лол. Здравствуйте, здравствуйте, приветствую вас, господа. Писаться можно. Скоро вода закончится, а кувшинчика рядом не стоит. Блять, а как... Всех приветствую я. Как ты там, мы соскучились. Да я тоже скучаю. Бля, трава это кринж, пиздец, нахуй, вообще. Бегают тут люди, большие и маленькие. Сергей, здравствуйте. Ой, блин. Улетаю. Ой. Одежду потом стирать придется. А то тут хлорка. Немножко. Все ради вас. Вы еще недовольны. Ну что такое? Вот-вот, блядь, сидят там, ноют в чате. Дача как дача. Пиздец. Стыдно должно быть. Сейчас, подождите, я прикручусь. Я не вижу, видно или не видно. Вот там огород. Кстати, можно увеличить, наверное, еще. Ой, тут всякая детская. Не знаю, есть ли разница. Коктейльчик. Большой. Плавает. Может, крупнее будет. Жаль, у нас на реке. И нету, нет. Я бы лучше тебе показала, видно. Как надо загорать. Ты думаешь, я не знаю, как надо загорать? Прейдер, ладно. Господи. Лифтарки. Вот этот поворот. Этот круг. Ксения, здравствуйте. Что тут задержка? Я смотрю, шутка. Там онлайн 16, обычно-то 30. Ландрушка. А говорит, так же смотрят, на, как на танках. О, привет. Да. Я уже показывала. Что значит покажи? Это же я. А кто? Это же я. Рогвар, здрасте. Здрасте, господин Иван. Вы пришли на стрим с бассейна, так вот он. Прекрасный бассейн, я. Да, Ксения тоже не в теме. Это Twitch контент. Почему Twitch контент? Если передам к нам задом. Я тогда утоплю.
Кто при немцах жил, тот сейчас колбасой ворота подпирает. Ох, что эти танкисты, блядь, еще колбаса, несут, нахуй. Ворота? Что? Кого? О, спасибо за розочку, спасибо. Только ману не кидайте, пожалуйста. Мне никак ее не конвертировать будет. Только потратите зря. Так, вот. Как вам моя шляпа? Мне кажется, мне идет. Вполне. Так, вот это я уплываю. На солнце. На самом деле, тут так хорошо. Ну, в бассейне, в смысле. Прохладно. Было так жарко, душно. Не полностью, правда. Но все же. Твой фасончик. Ну, конечно, дачная панамка, мой фасончик, как иначе. Никол, здравствуйте. Что-то вот я говорил. Думаешь, Алиску покажи. Алиска у соседей. Был бы контент, если бы она пизданулась в воду, блин. Не месяц. Две недели. Ну, уже одну. Отличная шляпа. Нифига. Только я спать 10 минут назад закончил. Да в смысле? Оплачено целиком. Что, ты стримил, что день вроде бы. Вроде бы день. Что за хуйня? А так ныряем в бассейн. Там половина еще, наверное, осталась. Давайте, ныряйте. Да, половина еще. Еще как минимум на двух человек взрослых. Или ты хочешь поэжу пойти смотреть? Ну да, для Димона интрига там некая. Как ты уже снял рубашку, Вань? Файла. Да, тебе даже еще не дали этих эликсиров, а ты уже рубашку снимаешь. С двух часов дня, ой, ночь. Нифига себе ты, мощный. 2 часа ночи начал. Да. В смысле, рубашка снял? Мощный, мощный. Я не могу Алиску показать, она у соседей. Алиска у соседей. Что будет в конце? Не, в конце мы смотрели, что будет. Буду отвлекать, течка добра. Ну давай, спокойного. Что-то в середине должно быть. Нечто. Интересно, и Димона. Тому тут ненадолго, что тут стримить в бассейне-то? Никто не рассказывает, как лето проводят. Все ушли, типа, вот. Не тот стрим с бассейна, который мы ожидали. Тоже байт. Ну, ребенка с дома, да, типа того. Ну, а я не против. Это был байт на сотку. Алиса! Нет, смотри, не байт. Алиса! Подойди на секундочку. Сейчас будет топ-контент. Ладно. Похвастаться купальник. Просит показать мою любимую дочь. Вот эта бандитка с большой дороги. Не с большой дороги. А с какой дороги? Нормальной. Ладно, иди. Не води сюда никого. Соси купальника, что ты по тебе не знаешь? У меня уже свой в руках там есть. Я на солнце-то не... Сегодня первый день жаркий. Лысич какой-то. Малюткич. Пошла хвастаться. Бестолочь, ё-моё, здравствуйте. Красопец. Вся в мать. Не, на самом деле на меня вообще не похоже, она на отца похожа. Тут слепни вокруг плавают. Я не знаю, видно? Не видно? Дочка симпатяк. Ты её в саду забываешь? Мазл топ. Привет. Сейчас всех приведет. Да не, я попросила ее без народа. Привет, стрим с бассейна, бестолочь. Что там, плачешь? Я не плачу. Смеюсь. Нихуя, она общается там с этими, с чуваками. Плаваю в бассейне. Бестолочь. Плаваю, да. Блин. Твой коммент? Все от берега. Это на тебя бестолочь назвала, наверное. Как это называется? Кто бы говорил. Отплываю. Никого бестолочь не называю. Привет. Так там? Все там? Оно никуда не делось. Смотрите, сиськи показывает, кстати. Вот. Что хотели. Ой, господи, давайте рассказывайте, как дела.
Чё я это сижу тут такая в бассейне? Как жизнь? Все задаются этим вопросом. Так они никуда не делись, они на месте, чё? Ты на даче, да, я. Блять, там реально... Отдыхаю, так сказать. Да, челов тоже наебали. Активно. Плавательно. На стрим в бассейне. Блин. Я уплываю. А там солнце на той стороне. Хотя можно приплыть к водичке. Кстати, ты мог бесплатно заказать видос за баллы. Вместо вот игры на заказ лучше видос с Мариной. Можно было даже не платить на это. Ну ты даже не подготовилась. В смысле? Я специально подготовила, чтобы не показывать. За ваше здоровье. Да, кстати, за ваше здоровье. Мы поспорили на дачу, у кого из того смахнуть. Мы не спорим. У меня. Я сама с собой не спорю. Да, забыла, что... Заебись, Лара. Что я забыла? Что? Всем привет. Да тут на Бонгокамс контент неподходящий. Нет. У меня вон... Слишком скромный. Даже для Твича, слишком скромный. Да, оставила. Зачем они мне? Телефон не утопи. Вот это была моя первая мысль, когда я... Да, вот это был бы контент, зачем он реально. Сказал, что не за боязнь, бан. Ну, это я не куплю. Значит, надо... Вот, ну, все в ваших руках. Можно найти ключики. Про заканчивать? Или вы еще со мной поговорите? А что, речки нет? Вообще нету. Не, ну она есть, но она далеко. Это точнее не речка, а озеро Ладожское. А где речка, не знаю даже. Речка тоже есть, но до нее ехать. Речка надо, говнотечка. А у нас машины нету. Слепень, иди. Я думаю, их машины. Я спрашивал, почему она с собой комп не взяла. Видимо, на автобусе гоняет. Блин, надо было нарисовать, я что-то не подумала. Но они бы намокли. И это разорвались и плавали бы тут, было бы не очень как-то. Не знаю. Ну, может, конечно, да. Кстати, да, возможно, за кадром мне просто запретили такой контент. Хорошо, что я вижу чат. Я думала, что будет не видно чат. В принципе, да, логично. Твой футболка. Ту-ту-ту-та, не подговаривай. Все про думан. Не будем заканчивать. Включите фантазию, е-мое. Вот нахуй, вот не вам не в чате. Не фантазию не включить. Как вы тогда на дачу приехали? Алиса-то привез муж. Ну там рабочая машина на два места. Что за машина, интересно, на два места? Ламборгини, блин. Все просто. Ладно, я погнал. Ну давай, да, ничего интересного. Или мотоцикл. Урал. Да и зашла, но чуть-чуточку чисто, знаешь, исполнить, так сказать, желание людей, стрим с бассейна, все дела. Ака? Разве в Аке два места всего? Парам-пам-пам. Если мне сделают ноут... Там же задние тоже есть, я, может быть, что-нибудь посмотрю на стриме. Не сделают, значит, придется ждать до 1-2 августа. Маленькая просто... В багажник можно было ребенка бы засунуть, как минимум, мне кажется. Багажник это точно Алиса там есть. Алиса привез муж, а тебя не взяли. Да, я не влезла. Какой тогда смысл? Она же не привлекательная, не Диего. Ну, не знаю. Бля, у тебя сегодня это... Вон, в электричку. Биполярочка, походу, Дима, началась. То Диего, то Марина. Блин, ты определись уж между ними. Ну чё, все погнали, да? Уходит. Что-то... Джипер-крипер захотелось посмотреть. Это чё? Я чё-то не это. Что там растёт? Что кушаешь? О, больше всего я кушаю клубнику, горох. В принципе, больше ничего. Тут-то, я думаю, там звуки такие какие-то. Потому что смородину я не люблю. Горох, оказывается, ест.
Что-то там еще не созрело. Смотрел, кстати. Я тоже смотрю. Яблоки еще не созрели. А, черешню еще ел. Я бы две части. Еще третья вышла так, недавно. Так это надо это вылезать. Это сложно. Ужастик. Вообще про автобус с детьми не прикольно было, вторая вроде. Он большой, где-то там. Чуть тебе понравилось? Ну, нормальный. Спеет. Нормальные хоры такие. Спеет, я правильно говорю. Неплохие вроде. Горох первое, понятно, на какой тяге. Где челы в трубу лазали? Го на стриме посмотрим. Заказывайте, пожалуйста. Владимир, здравствуйте, Марина. Никогда не смотрели кино, кстати. Можно посмотреть. А можно аук сделать, кстати. Аукцион на просмотр. Какой-нибудь. Где-то там у соседей. Как можешь, думаешь, да, разумеется. Нет, где-то там у соседей, это... Что угодно, ну, можно. Там не соседи, там наш участок, он за 12. Я вспомнил, что она токсикный абьюзер. Бэт, бэт. Стрим с бассейном, подвал. Все дела. Ну да, да, там. Господи, вроде бы как... Да вообще похуй, я же записи все равно не сохраняю просмотры. Я потом залью просто в ВК. Пока в тенечке можно, в принципе, и без панамки. Как и аниме. Но солнце, оно ко мне подкрадывает. Но мы ни разу не смотрели фильмы на стриме. Я уже в самом уголке таюсь, чтобы оно на меня... Сериалы тоже можно, кстати. И на камеры тоже. Некоторые вещи просто на свой страх и риск, типа Гарри Поттер. Вот за Гарри Поттер банят жестко из-за авторских прав. А так в основном похуй. Что же будет соревноваться? Она хочет еще посвятиться. Ставьте лайки. О, Димон. Ставьте лайки. Ставь лайк. Подписывайтесь на наш канал. Поставил бы лайк, да. Димон. Ё-моё. Короче, да, можно было бы аук сделать, но... Участников маловато. Иди давай. Чиперс против Рейнджеров. Чем ты хайп мешать? Я же стрим с огорода. Найс аукцион, чё, по кайфу. Пойду отдыхать, давайте. Ну, не знаю. Да, наверное, уже пора заканчивать, а не то что-то... Может, побольше народу было бы еще, конечно. Что-то все разошлись уже. Танки когда? 1-2 августа. Через недельку. Через недельку. Ну, просто аукцион легче же. Да, давайте, заканчивать. Легче, чем заплатить. И плавать. За этот. Ну, уже без вас. И без телефона. За фильм просто. Там дешевле, может быть. Просто там же минимально на 10 рублей у меня стоит. То есть, может, по 10 рублей вопрос, чисто. Как это выключить? Дешевле получится. Смешного же по детей. Что смешного? Я согласен. Никогда не было смешного. Пока. Ну все, что, пока. Так, как эту хуйню закрыть? Все. Так что вот. Но это не сегодня, наверное, в любом случае. Хотя можно было бы потестить. Можно сделать аукцион на потом. Что-нибудь наролить, так сказать. И потом посмотреть. Сегодня уже поздно, наверное, все-таки. Да. Я даже не юзал ни разу. Сайт же есть аукционный. Аук норм тема. Ну да. Ну да. Ну да. Там, тем более, разные варианты всякие, ведь... Ну, в смысле, можно с колесо сделать, можно еще что-нибудь. Вот, Gmail.ru не работает, да? Но есть другой сайт. Не знаю, можно попробовать. В принципе... Можно просто оффнуться. Кстати, да, нормально. Можно было бы отрезать, сделать видос Марины плюс аук. Типа отдельная запись будет от этого. От Spellforce хотел сказать. От Аркания, ебаный. Через Donation. Ну да, 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 да. Так вот, подожди, сейчас я подключу. Я просто даже не знаю, реально это вообще работает. Ну, должно работать так вот. Хули нет. Но еще можно поинтовый как-то делать аукцион. То есть, видите, это вообще сайт называется поинтовый аукцион. Но раньше это точно не работало. И вообще хуй знает, как это делать. Типа, поинт это вообще хуй знает. Душная хуйня какая-то. Ну, типа, подключить Twitch надо там что-то. Мэ-мэ-пеп. Хз. Бля, чё, слился поинт. Ну да. Да и хуй знает. Да вообще, блядь, аук
Ну, два человека — это странная вещь, конечно. Но потестить можно, anyway, я говорю. И это выгоднее в любом случае будет. Потому что сколько там фильм стоит? 500 рублей, по-моему. А тут можно за 30 рублей, например, типа. Ну да, кстати, 500 рублей, да, фильм стоит? Ведь, значит, это выкуп, получается. Значит, можно поставить вот сюда сумму выкупа. Прописать. Недорогую совершенно. Так. Да, 500 рублей. Ну да. Какой выкуп, да? Простой. Ну, а хули бы и нет. Позовем Марину, закинет полтос. Да, она стримит же сейчас. Prey, ты же сам смотрел. А, подожди, я не подключил, кстати, не включил. Если был донат уже, то сори. Надеюсь, не был. Ну, хотя, да, я бы видел его, ёпта. Я бы видел, если бы он был... Да, короче, настраиваю ПК. Да все настроено, в принципе. Ну, я не знаю, что настраивать. Тут все на... Ну, вот у меня вебка. А, да, сейчас, погоди. Вот я могу вебку переставить, наверное. Короче, есть, получается, таймер. Ну, он даже не нужен, блядь, наверное. Не, ну я могу запустить таймер, похуй. Пусть идет, ебать. Я хуй... Ну, нет, я даже не знаю. Я, конечно, смотрел всякие ауки у других стримеров, но сам-то никогда не проводил, поэтому, как бы... Тест. Че, прям сейчас шляук хочешь, нихуя? Да я не знаю. Ну, можно провести. Я говорю, потом можно посмотреть что-то. Не знаю. Я хуй знаю. Не знаю. Через месседж же можно плюсовать, типа, стакаться. Ну да, разумеется. Разумеется, да. Но по сути, тут, когда донат приходит, он тут появляется прямо здесь. И типа ты можешь его сюда положить, ну, как бы... Так, то есть не нужно писать. И так же это стакается, скорее всего. Ну, я говорю, я не знаю, блядь. Я никогда не, этого не делал. Не могу знать. Ну, вот для этого и нужны тесты. Всячески. Вот, вот так. Ну, насчет поинтов, уж не знаю. Вообще. Там какие-то нужно вроде добавлять эти дополнительные... Категории, типа. Не, поинт — это хуйня. В пизду их, блять. Не нужно. Ну давайте. Короче, сейчас закончится таймер, и мы будем просто офис. На этом все. Тест будет считаться. Все. Не знаю, каким, удачным или нет. Я даже, наверное, не буду время прибавлять. Потому что, типа, там время, допустим, приходит донат, хуякс, прибавляешь время, минуту, да? Ну, я, наверное, не буду даже делать это. Ура. У меня даже нет правил. Хотя можно чужие взять, да, спиздить. Просто. То есть, например, сколько? Вот если закажут сериал, потому что, ну, тоже можно вот... Димон хочет Power Rangers, да? Можно же... Ну, вот, и сколько тогда серий смотреть? Сколько, ну, типа, 2 часа или там 2,5 часа или 3 часа? Вот хуй знает. Сложно, нахуй. Сложно. А может быть, что-то кто-нибудь закажет какую-нибудь маленькую хуйню, да, например? И можно посмотреть за полчаса, и даже сегодня, например, короткометражку. Или видос Марины еще раз, кстати, тоже можно посмотреть. Так что много вариантов всяческих. Но я думаю, сегодня вряд ли будем смотреть что-то. Все-таки. Я утомился немного, меня задушил этот ебаный Аркани. Лучше завтра, может быть. Или, не знаю. Ну, если вообще что-то будет, какие-то варианты, ёпта. Может, и не будет нихуя. Яу! Джиперс, криперс, хуйперс. О, во, смотрите, появилось. Так... Хоба. Стоп, что? Это что за хуйня? Это что, блядь, за хуйня? Это что? Это что за говно, блядь? Это что, ебать? Что это?
Вы чё, охуели, блядь? Чё за наебалово? Выкуп нахуй. И чё, смотрим 20 раз, типа, этот фильм, нахуй? Алло, блядь. Это чё? Что это? Почему так? Блядь. Вот мой тест. Какое-то кривое говно. Почему? Почему так она сработала? 10к, блядь. Я уже реально подумал, что начался 10к, ебать. Нет. Кстати, можно же... Кстати, да, можно колесный жаук еще сделать. То есть, не, типа, не обязательно этот... Тогда выкуп нужно убрать. Просто колеса покатать. Да. И будет шанс у маленьких вариантов. 10к, блядь, что за хуйня? Ты такое когда-нибудь видел? Могучий Рейнджеры, первый сезон. 10. Почему 1000 написано, блядь? Чё за хуйня? Чё это, блядь? Чё за говно? Что это, нахуй? Блядь, ты видел такое когда-нибудь? Хаб? Я первый раз вижу. Почему у меня работает криво, блядь? Чё за хуйня? Чё за, блядь, говно? Почему 2-0 прибавляется? Чё за скам, блядь? Чё за хуй-то? Ну окей, да, давайте... Это... Катнём. А прикинь, сейчас победит этот. Я особо не был в науках. А чё у тебя модерка пропала? Ты отказался от неё? Чё происходит? Я не забирал. Но это, видимо, баг, багулина какая-то. Я такой впервые вижу вообще. Ничего не пропало. Посмотри на экране. На экране даже пропало. Видишь, одно сообщение было без ничего, без значков, без модерки, без этого, без битцов. Странная хуйня какая-то. Да, на одном сообщении только. А чё за хуйня? Ладно, давайте я добавлю 2 минуты еще. У вас есть еще время. Можно же, кстати, да, можно на разные варианты покидать. Ну, и покатать на колесе. Да, на выкупа не будет. О. Туда же. Туда же. Блять, почему 20 тысяч, нахуй? Чё за хуйня, блять? Блять, сука. Сейчас, подожди. Чё-то надо... Подожди, сколько ты закинул? А, 200. Окей. Так, теперь надо склеить. Так, ладно, я просто... Блять, что я сделал? Как это убрать теперь? А, вот. Все. Блять, что за хуйня? Подожди, наверное, там что-то в настройках надо. Что-то нас с настройками не так. Этот пиздец кринж какой-то, блять, я в ахуе. Димон ебёт. Да, блять, 20 тысяч закинул. Ну, кстати, это если что, это не весь сезон, разумеется. То есть это будет там, ну, сколько там минут серия? Типа будет часа, ну, 3, наверное, скорее всего. Так, мне кажется, в настройках что-то сломалось. Начальное время 10 минут, время прибавления таймера. А, оно само прибавлялось уже или нет? Или что? Давайте еще 2 минуты. Так, добавить время для смены. А, нет, у меня не добавлено. Показать выкуп, показать другую сумму, показать шанс выигрыша. Так, стоимость шара, блядь. Тут нету такой хуйни. А почему, блядь, оно... Чё это за хуйня? Я хуй знает, как это работает. Чё за говно рандомное, блядь, я вообще не понимаю. Типа, вообще кринж какой-то. Хотя можно было не менять, наверное, да? Можно было так и оставить, чтобы было 20 тысяч против 10 тысяч, блядь. Кстати, вот рейнджеров можно было бы и сегодня глянуть, если честно. Мне по... Если бы... Ну, если Димон спать не хочет, можно было бы и сегодня пойти глянуть. Вообще на изичку. Кажется, рейнджеры по кайфу вообще.
Димон ебёт, ты не деньги перетаскиваешь, рубли пустуют, тут вся эта победа. Не-не-не, это прибавление, то есть я сюда, если... Да, я просто неправильно делал, я мог вот сюда, тут было 10, я мог сюда написать 200, был, и это прибавилось бы автоматически, просто почему-то какой-то конверт, блядь, конвертируется в какую-то хуйню, я хуй знаю. Все, это победа, ну не знаю. Так я же сказал, мы, наверное, катнем колесо все-таки, я брал выкуп, катнем колесо лучше. Так что, как бы, ну и вообще, я бы не был уверен в победе в аукционе против Хаба. Так что, вот. Так что, вот, такие денежки. Ставлю-ка телефон на зарядку. Ну, аукцион идет, если что, как бы... Да, не, хз, чё кидать, так кинул тест. Ну, блять, в итоге тест реально нужен был, потому что я не знаю, в чем проблема. Я сейчас чекал настройки, и там вообще такого нет. Смена сезона. Mystic Force. Ага. Так, Mystic Force. Окей, вот я сейчас сюда прибавлю 50, просто получается. Как? А, вот так. И надо... Блять. Ладно, это нахуй. Просто... Так, сделаю. Mystic Force — это то, что я в детстве смотрел? Это... То, что... Ну, я же рассказывал тебе, да? Смена сезона, блядь. Ну, ладно. Не, ну это святое. Вопрос для Димона, он разошелся. Понял. А ты хочешь, чтобы я поностальгировал, что ли? Не, вообще, да. Пиздец так-то. Судонный, понял. Ну, я говорю, у меня был раскладной телефон, короче, Samsung. И там они, когда они превращались в рейнджеров, они такие свои какие-то гаджеты поднимали вверх, и они тоже были раскладные. И, типа, я себя чувствовал рейнджером в школе, мы тоже все, типа, играли в рейнджеров, такие, ёпта, я рейнджер, нахуй. Я вспомнил, что бы хотел посмотреть. Ну, давай, заказывай. Покатаем. Колесики. Но, блядь, это реально нужно... Ну, хотя на это можно хуй забить с другой стороны, да, вроде бы, как бы. То есть, если просто не менять суммы, ну, по сути, тут соотношение то же самое будет, но почему хуёво работает? В чем как бы, проблема? Сейчас шейх задонатит. Возможно. Но выкупа нет, напоминаю. Мы будем катать шары, так что хоть миллион можно задонатить. Но шанс у любого варианта будет. Мне интересно все-таки, как это, блядь, работает. Я такого не видел никогда, блядь. Почему вообще? Конвертация рубля какая-то. Это как раз конвертация к этому, наверное. К баллам. Типа, потому что рубли должны быть больше, чем баллы работать. Точно, нахуй. Окей. Надо будет еще потестить тогда. Ну, ладно. Потом, наверное. Ну, либо еще один аук проведем. Что такое выкуп? Ну, типа, ты что-то... Допустим, набирается какая-то сумма под 500 рублей, и все. Это победа уже. Без, ну... Типа, все, похуй, так сказать. Соревнование заканчивается. Я у друга самурайский меч юзаю. А, это какой-то другой сезон был, да? Или у них... А, это у них были тоже, да, мечи? Я просто не помню. Я помню, у них были вот эти телефончики какие-то. Что такое выкуп? Не, ну, рандом, это понятно. Рандом сил, ну да. Добавил балл, я солью свои 15. Да ты копи на випку лучше. Хуля сливается. Артиллерия, Сана Самбеги. Тачки к чау. 50 тысяч рублей на тачки, нахуй. Блять. Так, прибавление. Да, нормально. Артиллерия даже подъехала, ебаный.
Жесть. Ну, аукцион — это тема, походу. Походу, надо каждый день проводить аукционы. Я даже не знал, что... Что так все будет. Самурай — это другой сезон. А, ну ты за ты самураем себя представлял, да? Когда меч юзал. Ну, что-то нет, у них что-то было тоже какое-то оружие, по-моему, такое. Охуел. Так а что, я не просил так много донатить, блин. Можно было 10 рублей скинуть и... Типа, крутить колесо и надеяться, что победит твой вариант. Ходи, игру заказывай. Так она никуда не денется. Ну, сначала будет этот еще. Ну, вы знаете, что. Продолжение Аркании. Говно из жопы, так сказать. Ебано. Игра потом. Только... Ну, кстати, я пока даже не этот. Я могу отменить заказ, кстати. Могу вернуть баллы, если что. Я не принял пока его. То есть, если что, я могу вернуть. Если передумаешь, например. Еще не поздно. Пока не начал проходить. Там на пару часов быстро пройдешь. Ну, завтра тогда что. Ну, бля, я не знаю, чуваки. Можно сейчас что-нибудь посмотреть, конечно. Но можно и завтра, конечно. Даже тоже. Не знаю. Яу! Ой, что там? Стоп. Это что вообще? Это фильм такой? За 15 тысяч? Блин, это кринж, пиздец. Надо поменять хуйню. Что это? Надеюсь, не игра какая-нибудь? Потому что игры не... То есть можно было бы даже на игры проводить, кстати, ауки, но сами вы понимаете, в чем проблема этого, этой хуйни. И почему, допустим, я сабдни тоже и всю подобную хуйню тоже не готов проводить, потому... Ну, сами... А, сериал, понял. Ну, потому что у меня железо говно, и как бы... Когда вот кто-нибудь заказывает за... Да, Far Cry Primal, я подумал, типа того что-нибудь. Мультипликация, понял. Вот, короче, ну, короче, вы поняли, в чем смысл. Так бы я проводил бы даже и на игры тоже эти ауки, почему бы и нет. Нормальная тема была. Но тут сложно с этим. Так, еще задержочные бывают, типа, и можно еще доп 3 минуты. Вот, вот. Как раз один стример, которого я смотрю, довольно много, он еще потом добавляет еще 3 минуты. Можно еще добавить вот по такой же системе, кстати. Вдруг еще какие-нибудь мысли появятся там. Ну, вообще, наверное, правила надо сделать, да? Чуваки, как думаете? Ну, конкретные, чтобы реально без машины было. Ну, хотя, не знаю, регулярно ли эта хуйня будет проводиться, типа. Я даже не знаю. Крути колесо. Ну, сейчас крутанем. Надо написать, наверное, тоже. Хули, у меня уже есть правила тестов. Надо черкануть тоже, наверное. Ой, ну да, тестов. Правила аукциона тоже. В принципе, это не так уж сложно. Тем более, опять же, просто спиздить. Хотя можно без задержочных вот этих, да, с другой стороны. Но без добавочных минут. Не знаю, не знаю. Но самое главное, нужно поменять вот эту хуйню. С таймера 2-3 доната. В смысле? Ждать, типа, или чё? А если они не дойдут вообще? Ну хотя, ладно. В принципе, тут... Ну, в чат можно написать просто, да, что, допустим, донат идет, а таймер уже закончился. Но можно сделать, типа, тогда этот... жесткие правила, типа, такие, что... допустим, если кончился таймер, то все, иди нахуй. Донат я забираю себе. Ты в ауке не участвуешь. Остальные в копилку. Не, нахуй знает, на самом деле. Это слишком свинотство, конечно. Так. Подожди-ка, ну-ка. Стоимость шара, блядь. Какой-то шаровой аукцион еще есть. Кого, ну? Кого, чего? А, вот, курс рубля к поинтам. 100. Нам нужно один тогда сделать, чтобы... Ну да-да-да-да-да, все, я сохранил. Ну, все. Просто мы не будем поинты юзать, нахуй их. Ну, или если нужно будет, то придется поменять. Так, все, у нас уже кончается таймер. Жесть, конечно.
10 тысяч такие хуяк залетают. Бля, было бы красиво. Считай, сколько тут? 50, 260, блядь, охуенно просто. Я бы больше не стримил. Финал с Иганиковым. Да, жестко, конечно. Но я говорю, блядь, я думал, вы по 10 рублей будете кидать, чуваки. Типа, ну, Димон-то и хотел, он и скинул, но Кап ему поломал все планы. Наоборот, ты бы только и стримил. Ну да, наверное. Что есть, то есть. Так, ну го, посмотрим колесик. Так, ну тут тачки половина. Так, давайте сколько? Можно минуту покрутить, например, на минуту поставить. А, кстати, можно на выбывание. Блять, что-то сложно. Нахуй мне эта информация вся. А, это просто. Короче, на выбывание можно. Ай, блядь, смотрите, сколько тут... О, сколько тут всего, блядь. Это обычное колесо? Одна крутка получается. Победитель все выигрывает. Потом есть выбывание, когда один будет по одному вылетать. Это вообще батл-рояль, блядь. Ёб твою мать. И тут тачка будут ждать в финале кого-то. Охуеть. Чё хотите, чуваки? Чё выбираем? Охуеть, тут такое... Тут такое, блядь. Чё интереснее? Санта-Барбара поднялся бы. Хуел, давай БГшку, интересно. Кого? Батл-рояль, что ли? Тут Primal против Jeepers Creepers. И тут прикол в том, что я это тоже видел уже, на самом деле, на других стримах. Тут сплюсуется сумма, то есть тот, кто победит, он будет, потом у него будет 250 рублей, и у него будет больше шансов уже, да, тут даже вот написано уже об этом. И в итоге у тачек будет, не будет преимущества в финале, у них будет, наоборот, равные шансы почти что. Это максимально рандомная хуйня. Максимально рандомная хуйня. Тут не такая рандомная, в принципе. То есть тут примерно одно и то же, просто тут будет 4 катки. Как бы хуй знает. Чуваки. Это жесткая хуйня. Убывание. Это норм тема же, я за батл рояль. Бля, ну 1-1 в итоге разделились голоса. Я хуй знает. Ну, обычно это, да, это чисто такое очереднярское колесо получается. Ну, и то интересно. Я просто сам, ну, с такой же, так сказать, этот, первооткрыватель, как и мы. Кстати, тут какие-то смайлики есть. О, кота можно поставить сюда. О. Можно еще свои, наверное, загружать. О. Ну что выбираем-то, я не знаю. Димон хочет выбывание, ты хочешь батл-рояль. Типа. Я не знаю. Сделай команду, бросить монетку. Бля, и чё, зачем? Для чего? Какой смысл в этом будет? За финал с перчинкой? Смысл? Чё это значит? Делят латы... Блядь. Бля, мне перчинка во рту сейчас оказалась, какая-то волос ебаный. Так, и чё это? Зон. Ой, блядь, это кринж какой-то, я не знаю. Сложно что-то, блядь. Тут что-то настраивать можно, да? Хз. Легче, короче, батл-рояль провести. А тут тоже, кстати, тут 3 крутки просто будет, получается. Тут 4. Но тут вероятности будут меняться, вот в чем прикол еще. Так что хуй знает. Оставь. Крути уже по хую, решек. Да че вы хотите-то, блять? Один хочет выбывание, другой хочет батл-рояль, ёпта. Кого он мне слушать-то, типа, сказать, ты иди нахуй, ты давай, окей, крутим. Или ты иди нахуй, давай с тобой крутить. Че, блять, че за хуйня, нахуй? Ну, капать, конечно, немного больше скинул в итоге. Бля, может мне просто деньги забрать и все, не крутить ничего, а, ёпта.
тряпка, блядь. Давайте все нахуй. Заканчиваем этот балаган, нахуй. Все, я спать. Тряпка или стример. Давай в выбывание. Окей. Но без причинки, да? Потому что это кринж какой-то, блядь. Короче, ладно, в следующий раз просто... Ну окей, окей, в следующий раз я буду заранее говорить, что мы крутим. Какой режим просто. Я сам буду выбирать его. Сейчас просто нечестно это. Просто как бы... Я сам же этого не делал никогда. Но в следующий раз я буду сам выбирать. Ну это кринж какой-то, в пизду перчинку, короче. Я... Тут даже разницы нет, по-моему. Или нет. Или есть, не знаю. Короче, нахуй, нахуй. Окей, так, ну тут 60 секунд это много слишком, пусть будет 20, наверное, да? Он сам. Ну да, 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 это так и должно быть, на самом деле, так и правильно. Так, поехали, первая крутка, нахуй. А, можно было разделение еще включить, видимо. Можно будет это сделать в следующий раз. Так. Неужели тачки вылетят? Нет, нет, нет. Праймал сразу отлетает нахуй в помойку. Так, можно... Как это разделение? А, в... О-о-о-о. Так лучше, чуваки, или как? Или лучше, чтобы цельные куски были? Или так прикольнее? По кусочкам. Как вам больше нравится? Тут тоже... Тут еще больше рандом, по сути. Лучше ОФК. Ну, погнали. Маленькие куски, ну да. Куски дерьма, я бы даже сказал. Смотри, кот как флексит под музыку. Так. Чё-то много тачек, как будто мы... Стоп, что? Блять. Минус тачки, нахуй. Тачки в помойку улетели в итоге, блядь. А чё их так много было вообще? Чё за хуйня? Ты думаешь, заново покрутить, что ли? С праймалом? Стоит. Ну, не знаю. Как его вернуть, я не знаю. А, можно, наверное, вернуть. Все, 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 окей. Откат, откат, ладно, откат, 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 откат. Ладно, хуй с ним. Окей, да, это честно, это честнее будет, я согласен. Но подожди, я все равно не понимаю. Почему так... Что за хуйня? Что-то не так работает, как будто. Почему этого, этой хуйни два всего, а тачек так много, блядь? Их мало должно быть. Типа... Потому что это самый маленький. Что за хуйня, блядь? Какое-то наебалово, блядь. Хуйня, к чаю. Нет, а чё за хуйня? Чё-то не так работает здесь. Тут наоборот, наоборот почему-то. Тут эти... Видимо, выбывание это не работает, блядь. Блядь. Ладно, тогда можно... Окей, тогда можно... Да-да-да, это просто выбывание, видимо, не работает. Это чисто для обычной катки. Потому что тут одно и то же. Ну, разницы нет вообще. Окей, теперь будем знать. Но, окей, тогда мы праймал убираем сразу отсюда. Ну, потому что он уже вылетел, правильно? Блять, ладно, тачки, конечно, нелегитимно улетели. Ну, все, праймал уходит, он все-таки отлетел. Так, а тут мы уже тогда катаем нормально, да? Без разделения, потому что это машина какая-то жесткая. Окей, будем знать. Ладно. Ну, тачки отлетели. Но, в принципе, неудивительно было, потому что их реально было больше всего, блядь. О, Глюконат, здорово. Бля, Глюконат, ты проебал аукцион. Пиздец. Главное, не на иглу. Ну, можем еще катнуть. Еще один аук провести, кстати. Тестовый. Так, рейнджеры отлетели тоже. Остались... Блядь, Димону что-то не повезло. Минус оба варианта, блядь. Чё за хуйня? Блядь, пиздец. Обидно вообще-то. Ну ладно. Ну, можно еще провести аук, реально.
Ну, чисто даже, чтобы тестануть вот эту хуйню, чтобы больше не этот, чтобы не было плюс, ну, не плюс, а умножить на 100, умножение на 100 больше. Блять, ну Battle Royale был бы честнее, конечно, возможно. Ну, Jeepers Creepers. Стоп, что? А, он вылетел. Да, остались тачки, все, тачки победили. Получается, все, они одни остались. Да, так будет не Jeepers. Это судейство кринжовое. Нет, это рандом, блять. Ну, я согласен, но обидно, пиздец, если честно. Что оба варианта сразу вылетели, но, блять. Ну, тачки остались, получается. Так, ну можно еще один наук. Все, тачки побеждают в итоге. В прошлый раз я вышел в полуфинал. Не-не-не-не-не, это не суть. Не-не-не, ну Димон, ну сам согласись, это был кринж. Тут как бы. Тут не то было. Это наоборот было наебалово. Ну, это потому что. Ну, я не знаю, я же сам не шарил. Теперь я зашарю. Че, еще один проведем? Судью на мыло. Да, давайте еще раз. Ну, не обязательно много кидать, чуваки. Да, Battle Royale будет, да-да-да, Battle Royale. Вот, и стоп, я посмотрю сразу настройки тогда, чтобы... Так. А нет, это не здесь. Интеграция. Вот, оно не сохранилось нихуя, блядь. Применить. Ну, потому что я в другом окне, наверное, открывал. Все. Теперь должно нормально работать. Так. Так, ну окей, тачки смотрим, значит. Ну не знаю, когда, завтра или когда. Или сегодня. Так. Давай еще раз. А, еще раз хотите то же самое катнуть? Или че? Ну, бар, судью намыло, бар не закрывай, только, сука, ну провел бы этот, ему новую лишь бы. Конечно. Да я хочу, самое главное, потестить не сам рандом. А именно, ну окей, тут еще должно быть нормально сейчас работать, я же поправил, в принципе. Ну давайте, может, Глюканат захочет поучаствовать, почему нет? Почему бы и нет? Ну можно 10 рублей кидать, я вам напоминаю, 10 рублей, блядь. Я не знаю, зачем вы касались задонатили, блядь, я не просил, нахуй. Это был вообще тестовый аукцион. Я бы вообще посмотрел рейнджеров, нахуй, за 10 рублей бы с радостью, на самом деле. Ну или нет. Ну вообще у меня сейчас настроение такое, рейнджерское. Я бы глянул бы рейнджеров, если честно. Я же говорил об этом. Но если сейчас... У них еще, есть еще один шанс победить, если что. Так что вперед. Пожалуйста. Я не знаю, можно реально посмотреть сейчас, конечно, что-нибудь. Тачки там, еще что-нибудь. Да это же не предупредительное, как бы. Сколько хотите, столько и донатите. То есть, может быть, вообще сейчас возьмет и закончится аук, типа. Пройдет 10 минут и все, типа, ничего не будет. Ну, что поделать? Пойду с позором опыть тогда. Это же не принуждение. Либо донаты приходят, либо не приходят. Как бы что? Как бы что? Что? Это же как бы ваш выбор, так сказать. Вот, но тестануть было бы неплохо, конечно. Anyway. Но я реально не... Я, честно говоря, я не ожидал, что будет столько, ну, столько донатов на том ауке вообще. Я как бы не ждал такого. Ну, спасибо, anyway, кстати. Я даже особо не говорил. Хочу сказать благодарю и говорю мерси. Кстати, можно, значит, на что угодно, мне кажется, донатить, в принципе. Ну, типа, ну, кроме кино, сериалов, и на видосы, и на караоку, например, почему бы и нет. На тесты тоже можно, почему бы и нет. Почему бы и нет, можно и на тесты, только не на игры, главное. И на другую хуйню, которая есть в этом, внизу там. В прайс-листе. Так что... Главное, чтобы не игры. И все. Все остальное по кайфу. Вот. Ну, либо вообще ничего не будет. Но... Сам формат Battle Royale, ну, в нем ничего особенного-то нету. То есть там просто один на один. Это просто рандомыч. Но единственное, что там интересно, опять же, это только... То, что... О, все работает, заебись. Класс. Это этот, да? Все те же рейнджеры. Вот это, да?
Все, кайф, 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 работает. Яу! Шрек. Шрек. Заебись. Шрек. Ну, найс. Ну да, единственное, что там уравниваются эти, получается. Вероятности просто. Потому что два варианта сливаются в один. Поэтому, ну, то есть, по сути, там ничего особо такого нет. Ну, то есть, ничего такого, чтобы один аукцион два раза проводить, блядь, по одному этому, ну, типа. Ну, Гликонат, походу, съебался, блядь, он решил, что не будет участвовать в этом аукционе. Вот так вот, нахуй. Пустил такую возможность. И вот, я же говорю, в чем смысл-то, блять, кстати говоря. Кстати говоря, вот, кстати говоря, в чем смысл аукциона, в чем его выгода для чата. Вот, Хаб скинул, блять, 500 на тачки. Хотя можно было их просто за 500 заказать. То есть, они могли проебать в аукционе, а можно было их просто заказать за 500. А в аукционе можно их дешевле заказать, вот в чем прикол. Возможно, они не победят, да, но при этом можно сэкономить. И на что-нибудь другое потом скинуть. Вот в чем фишка аукциона. Тут дешевле цены, чем просто в прайс-листе. И, например, можно, например, в теории, да? Хотя хуй знает. Ладно, не буду озвучивать, что я хотел сказать. Как можно, ого. Ну да, а ты что думал, блин? Ты не знал, что можно фильм заказать, что ли? За 500 или что? Там же написано, блядь, внизу. Чем читаем, блин? Прайс-листы, алло. Бля, походу теперь всегда такие аукционы будут, да? Тот первый был особым, историческим, а теперь всегда будут по 10-15 рублей. Неужели больше ничего не хочется посмотреть, ребят? Может, еще что-то хочется? Шрек проигрывает, кстати. Возможно, ему нужно помочь немного. Это не байт, кстати. Но Шрек... Шрека жалко, кстати. Печально. За него грустно. Блять, ну Гликонат козёл, конечно. Вот реально же было бы интереснее. Чем больше народу, тем интереснее. Не потому что больше денег. Даже просто если было бы... Допустим, 10 донатов по 10 рублей. Ну да, это было бы, допустим, много. Ну, там, сотка, ебать. Это много. Но было бы просто интересно, если было бы больше вариантов же, блядь. Сука. Яу! Караоке, кишка мне по голове. Сюда. Окей. Да, караоке тоже можно, разумеется. Я вот еще хотел сказать, что можно... Хотя нет, не буду говорить даже. Слишком жестко. Это тоже нужно подумать над этим, на самом деле. Поразмыслить. Проскинуть мозгами. Но Димон уловил фишку. То есть реально можно вот... Ой. По дешевке рубить... Вернее, не рубить, можно заказать что-то дешевле, рыночной стоимости, так сказать. Аниме Мисс Монохром. Блять, ясно. Вот, вот в этом и суть ауков, ёпта. У меня донаты сломались. Не донатится, типа? Блять, ну печально. Ну согласитесь, это реально, вот это не байт же было, это реально интересно, когда много вариантов. И тот же, вот в прошлый раз было 4 варианта, да, там было много денег, допустим, но было 4 варианта всего. А представьте, какой бы там был батл-рояль, если было бы, типа, 15 вариантов, там же такая сетка была бы ебанутая. Пиздец, было бы супер интересно, я думаю.
обновить или перезагрузить технику. Кстати, да, я же ни разу это не добавлял. Да-да-да. Окей, так что можно обновиться спокойно. Я ни разу не добавлял время за... Можно автоматически это сделать, кстати, как-нибудь. Тоже там вроде есть в настройках. Ладно, потом. Настрою как-нибудь. Ждем-ждем. Ну да. Если что, можешь попробовать там... что-нибудь. Блять. Не, ну, а Укич, конечно, это... Честно говоря, приятная история после вот этого говна, в которое я играл сегодня целый день. И очень задушился, кстати. Такое говнище. Можно после каких-нибудь тестов. Чё это? Чё после тестов? Да, короче... Блять, реально надо сделать, наверное, правила какие-то все-таки. То есть это реально. Особенно прописать, что можно заказывать, вот. Чего нельзя заказывать. Аркейн Кеку. Аркейн, блять. И нужно еще решить, сколько народ понабежит. Да, бля, я хуй знает, тестеры жадные, блин. Даже 10 рублей жалко им скидывать. Ну, не всем, конечно, но. Тех, кто... Ну, хотя вот глюконат, видите, тоже не заходил. Хотя он донатил мне раньше на тест. Мог бы сейчас задонатить на тест тоже. Но я решил этого не делать. Так вот. О чем это я? Я забыл, что я там пиздел, короче, ладно, хуй с ним. А, наверное, про то, что Аркания говно ебаное. Но это база, в принципе. Бля, кстати, эти все донаты, 10-15 рублей. Потом придется этот... мне плюсовать там в этом, добавлять внизу. В этот, в топ писать. О, да, весело будет тоже. Че пиздел, всем поебать. Больше караоке. Ну, пожалуйста, пожалуйста. Кстати, минуту не добавил. Хотя минута это, наверное, много слишком. Может, 30 секунд. Но тут нельзя. Это надо в настройках тоже поставить. Окей. Да, я про правила пиздел, кстати, уже. Короче, да, надо пописать. И вот, вот, решить, сколько смотреть сериалов, потому что вот Димон только сериалов, он аниме заказал, ты тоже Аркейн заказал, да? Рейнджеры, и сколько их смотреть, вот 2.5 часа или 3 часа? Типа, сколько честнее будет? Просто бывают фильмы на 3 часа, да? Бывают на 1.5 часа. Хуй знает вообще. А если заказывать тест какой-нибудь большой, то я могу проходить 1 000 000 лет вообще. Бля, это вот реально, сука, вот реально надо думать над этим. Это все не так просто. Чтобы справедливо было. Блять, сложно. Сложно. Стримить сложно, видите? Это работа, ёпта. Да, надо подумать. Запилить правилцы. Ну да, кстати. Я у тебя спрашивал про эти... Аниме по доте, а роль. Аркейн это не аниме по доте, разве? Я думаю, это есть аниме по доте. Или это прибавить надо как раз 10 или нет? Я просто не шарю. Это прибавить надо? Короче, да, ты не смотришь особо тех, кто ауки проводит. Ни кекс не проводит обычно, ни... А, Кейн по... А, блять, это 2 аниме по разному... По разным мобам. Лол. Окей. Ну, тут будет жесткая заруба, походу. Батл-рояльская. Хотя, прикол в том, что она будет равная. Тут нет явного фаворита, потому что у всех перевес маленький. Ну, хотя, с другой стороны, вот, караоке, аниме и рейнджеры, они, ну, у них перевес весомый, 1.5 раза, то есть, на самом деле, ну, это...
казалось бы, 10-15 рублей, ну что, много что ли? Но нет, на самом деле много. То есть Шрек, Аркейн и аниме по Доте — это аутсайдеры. И серьезные аутсайдеры. Скорее всего, они проебут в первом раунде, мне кажется. Но, кстати, я не увеличил время. Хотя хуй знает, посмотрим. Это может быть рандом. Поднять щиты. Да, блядь. Так что, тачки сегодня будем смотреть тогда, что ли, или что? Я даже, ну, у меня даже как-то настроение поднялось. Ну, в целом, я устал, конечно. Ну, после говна, но как-то я расслабился уже. Не знаю, можно и глянуть, конечно. Хуй знает. Яу! Пан Круг, да погромче, караоке. Блять. Блять. Тут даже на выбор, типа, или что, на выбор чата. Как хочешь. Все, я успокоился. Окей. А еще. Ну все, ну офнуть надо будет. Вот если караоке сейчас будет... Какая-нибудь, например, да, может будет спеть. Просто если будет что-то смотреть, тогда долго будет слишком. Считай, ну, до утра придется сидеть. Не знаю даже. Надо подумать. То есть, если будет караоке, ее можно спеть, сейчас офнуть, выключить запись и включить тачки, например. А если бы опять будет что-то, тем более сериал какой-нибудь, тогда будет слишком долго. Хотя вообще два лука подряд, это, конечно, жирно. Не обязательно их проводить. Ну, вернее, вообще, наверное, не нужно проводить их два подряд, пока, типа, то, что победило в первом луке, еще не, это, не выполнено, да? Ну, ладно. Сделать ограничение до 10 серий. Нет, в любом случае, я не буду все смотреть. Я говорю, там максимум 2-3 часа будет. Типа, 2,5 или 3 часа. То есть, допустим, мы смотрим там, типа, 3-4 серии рейнджеров, или 5, сколько там они идут. Вот, а потом если снова вауки кидаешь на них, они побеждают, то мы смотрим следующие серии. И так далее. То есть, тут именно ограничение по времени нужно тоже установить. Не только вот в просмотре. Караоке, дай мне силы. Так я уже пел же это. Это колдун, что ли? Я же пел же. Тебе понравилось настолько? Что еще хочешь? Ну ты Каннер. Дай мне силы. Я помню, как я это пел. Хуйня ебаная. Не, на самом деле у меня сегодня как-то голос какой-то, севший, как будто, я не знаю, не хочется петь сегодня, на самом деле. Ну хотя Киша, ну хотя, бля, Камнем по голове — это не та песня, вот. Лучше бы этот... Садовник или Кузьма и Барин. Я сегодня Садовника даже напевал на стриме. Ты пойди, братец чужой. После Аркания. Завтра имеешь в виду? Ну, можно, да. Я просто не знаю, насколько она короткая. Это, может, она часов на 5-6 тоже. Это целый стрим, я опять заебусь, блядь. А может, она совсем на пару часов. Тогда можно спокойно дальше стримить. Смотрим. Не, голос сел. А, не, ну, я хуй знает. Я особо не орал. Так вот. Ну, типа, не сел, что ли, а устал или хуй. Ну, короче, сложно объяснить даже. Не могу. Но я могу объясниться. Как-то вот чувствую себя как этот, как тряпка. Та самая. Лук по караоке отдельный был бы топ. Да зачем, если можно и здесь скинуть караоку? Почему бы нет? Чё ты Twitch не подключишь? Не знаю. На самом деле я тестил уже до этого этот сайт, и там что-то Twitch не подключался. Ну Twitch — это для этих, для баллов. У тебя же всё равно нет баллов, ты же все слил, какая разница? Если просто, получается, можно делать аук и с деньгами, и с баллами. Поэтому вот
там коэффициент стоит, то есть поэтому там были баллы, их было больше. Ой, то есть не баллов больше, а денег было больше, то есть в 100 раз их было больше. Один балл это 100... Нет, 1 рубль это 100 баллов получается. Вот, но, по-моему, это хуйня какая-то. Ну, типа, можно, конечно, науки чисто бальные проводить, да? Но бально-денежные, по-моему, странная хуйня какая-то. Ну все, аук закончен. Давайте посмотрим Battle Royale. Аркейн против аниме по доте. Прекрасная пара, по-моему. Так, а что это значит? Как это работает? Так, вложенность. Группирую дешевые латы, чтобы уменьшить количество прокрутов. О. Можно вот так сделать. Не, ну это кринж. Это неинтересно так. Так, разделение. Хотя смотри, как будет потом. Потом Шрек пососет, скорее всего, да? Вот тогда интересно. Шреку не повезло, получается. Шрек соснет хуй, как, ну, как я и говорил. А может, не соснет, но, с другой стороны. Может, ему повезет на рандомочек, тупо. Не, ну это прикольно. И тут караоке, типа, в итоге. Самое пока что... Ну, бля, вот это, да, это интересная вещь. Разделение. Не, это хуйня. А это что? Типа, как-то по-другому будет рандомиться, что ли? Интересно. Так. Верни. Ты уже передумал? Не хочешь больше спасателей, что ли? Как так? Я уже хотел скачать сегодня. Если будет с баллами, я в Шреку. Ну да. А, вы не видите нихуя, блять. Да, тут Шрек один остался, короче. Один-одинёшенек. Но можно... Да, я вот, короче, можно вот так сделать. Чтобы они все в одной группе были. Ну, либо вот так. Но это хуйня, по-моему. Хотя тут три варианта. А, вот! Честно, да, будет? Да-да-да. Да, и вот. Идеально. Ну вот тут только немного нечестно. Ну хотя это все так и было бы в любом случае. Вот, да, вот так лучше будет. Люди ждут. Ты не понял? Стой, смотри. Чё? Чё смотрю? Я не предыдущую версию. Вот это? Ну просто это слишком быстро будет же. Это один крут и все. Тут одна победит и остальные... Ну, это слишком быстро, мне кажется, не так интересно. Интереснее же, когда больше этих. Просто получается дуэль всегда один на один. А, или имею в виду вот это? Тут да. Но тут под Шрека ебут жестко, понимаешь? А здесь зато честно будет так. Вот максимально честно. Потому что здесь и здесь у всех равные эти... Количество баллов. Ну да, баллов. И здесь тоже, потому что тут тоже по 15, тут, ну, 30. И тут тоже 30 получается. Только вот здесь разница 10 баллов. Ну, потому что... Но она все равно будет. И здесь тоже будет так же. Да, тут то же самое. То есть, единственное, что меняется, то, что Шрек идет сюда просто. И он будет в равных условиях. Его не будут хуярить жестко. Как бы хз. То есть, это просто немножко как будто справедливее к Шреку и все. Ну, можно и так. То есть, я понимаю, в чем тут фишка. Типа аниме по доте и Аркейн дерутся. Да, я понимаю. Потом кто выиграет со Шреком, почебут, а типа... Да, 20 на 10 будет. Да и хер на Шрека. Понял, давай. Ну, короче, так, мне кажется, более-менее справедливо. То есть, в целом, тут это никому не мешает вообще. Только Шреку лучше делает, и все. Все остальное, ничего не меняется, по сути. Ну, только на один прокрут меньше. Короче, все, давайте вот так лучше сделаем. Возможно, сейчас Шрек победит даже благодаря этому. То есть, да, вот. Может, это иногда ломает, если было бы больше вариантов, например, но тут это максимально логично выглядит вообще. Прям, короче, крутим, давайте. Окей. Ну, короче, по-моему, нормально выглядит. Посмотрим сейчас. То есть, никто не страдает от этого вообще. Только Шреку лучше, и все. Страданий нет ни у кого. Все честно. Хотя это в три варианта одного человека, кстати. Так что вообще похуй. Так, но побеждает Шрек! Шрек победил! Вот так. Аниме отлетает нахуй. Шрек побеждает за счет этого. Вот так, видите как. Но было, кстати, близко, на тоненького. Следующая дуэль. Так, караоке против рейнджеров. Киш против рейнджеров. Вот так, Шрек, видите? Он воспользовался своим шансом. Шрек, да, засейвили Шрек.
Окей, идем дальше. Так. Смотрим. Ну, кстати, есть вот такой смайлик. Ну ладно, кот лучше всех. А есть аниме-девочка, кстати. Рейнджер побеждает, в итоге Киш отлетает нахуй. Кстати, тут я слышал, что люди включали как будто бы свои эти... свою музыку. Либо здесь есть какая-то встроенная, может быть... Но я не вижу такого нигде. Я бы включил что-нибудь, но более энергичное, типа. Но что-то не вижу. Может, нужно свою включить просто. Хз. Понимаю. Тут ничего такого не написано. Так, ну ладно. Рейнджер против Шрека теперь. Давайте посмотрим, кто сильнее окажется. Так. Кстати, есть еще вот такая хуйня. Трехглазая лягушка. Так. Ну, Рейнджер... А, нет, нет, нет. Шрек разъебывает. Шрек разъебывает. Идет дальше снова. Пиздец. Шрек ебет жестко. Шрек в финале уже, блядь. Он сейчас победит, походу, блядь, такими темпами. Я не знаю, что за подкрутка на Шрек. Мне кажется, Димон хочет уже вот так пиздануть там что-нибудь, монитор, например, потому что Шрек разъебал Рейнджеров в итоге, блядь. Ой, но я бы лучше Рейнджеров посмотрел на самом деле. Потому что, ну, хоть я их смотрел в детстве, но я уже не помню Шрека-то, я помню, в принципе. Шрек — это база. Ну, пусть будет код. Код базовый тоже. Ебать, Тор. Да, ну Шрек, видите, Шреку дали шанс, в итоге он выебал очко. До финала дошел. Ну финал тут недалек был, в принципе, два раунда. Но зато все честно было, все в честном бою. Так, Караоке отлетает снова. Караоке не везет. Вот осталась одна еще. И она, скорее всего, тоже отлетит, кстати, тут. Потому что у нее меньшие шансы. Давайте посмотрим. И Шрек уже ждет в финале победителя этой пары, кстати. Я за аниме, на самом деле, потому что не хочу снова петь одну и ту же песню, блядь. И, ну, и надеюсь, она победит. Это будет очень печально, если аниме проебет. Блядь, да как так-то, ёпта? Почему? Блядь, почему все варианты Димона проебали, блядь, чё за хуйня? Почему, нахуй? Я даже не знаю, что лучше, что хуже, блядь, здесь. Ой, блядь, сука. Ну, окей, если Шрек победит, тогда завтра будем смотреть тачки и Шрек, наверное. Наверное, лучше Шрек, блядь, потому что петь одну и ту же песню я в рот ебал. Ёпта. Давай, Шрек. Шрек сосёт всё-таки, блядь. Подкруточка, блядь. Ладно, Шрек отсосал в итоге, получается. Не знаю, что за чудеса, так сказать, на виражах. Интересно, вот если... Может, заново крутануть? Посмотреть, что было бы? Или хуй позабить уже? Да, Караока победила в итоге. Ладно, похуй, на самом деле. В итоге Кап разъебал опять каким-то чудом. Тачки и караоке у него победил. Ладно, чё. Чё, ещё раз крутануть? Я уже закрыл. Сорян, чуваки. В другой раз. Блин, Димон сам писал, время там идёт, типа, работяги, люди ждут. В итоге он хотел посмотреть, блядь, разделение. Блять, ладно, давайте, окей, ладно, если вы так хотите, давайте я по памяти сейчас восстановлю, что там было. Point of work, on, так. Хотя нет, зачем по памяти, у меня же донаты были. Сейчас все будет. Аж донаты, донатики есть. Так. 15. Призмонс. Power Rangers. 10 Шрек.
Так. Далее, 15 киш. Далее, аниме. 15. Я не знаю, я бы разрешил, кстати, изменить заказ, другую песню заказать, блядь, а не одну и ту же. Какой смысл? Так, это по Лолу, да, аниме? Ты сказал, вроде, или нет? Или я уже перепутал? Так, аниме по Доте. Окей. Дота. Панк-рок. Сколько? 15. И караоке. Ну, караоке... В итоге-то она победила, да? Справедливо. Потому что это и так был самый большой вариант, в принципе. Но только не в финале. В финале был Шрек больше, чем караоке, но пососал хуй в итоге. Так. Ну да, тут все так же, как было, да? Вроде бы. Все восстановлено, все эти. Все варианты. Окей. Я один заметил, что побеждает то, что больше по сумме, под куточкой. Возможно, возможно. Но посмотрим сейчас. Может быть, это не так. Посмотрим. Может быть, по-другому сейчас получится. Ну, убедимся как раз-таки, под куточкой, не под куточкой. Так. В прошлый раз Шрек победил здесь, но тут его теперь нет. Блядь, сейчас если опять он победит, это будет какой-то кринж. Ну, типа, он тут уже не может победить, он сосет жестко же. Блять, он опять побеждает! Нет, 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 не побеждает. Нет, 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 нет. Шрек все, идет нахуй. Далее. Че такое паре, я уже забыл, блядь. А, Power Ranger против караоке, окей. Сколько мы крутим, кстати, колеса? По-моему, часа два уже, да? Так, Power Ranger побеждают в итоге. А тогда Киш победил. Видите, разница? Ну, этот рандом тут как бы... Два одинаковых варианта, по сути. В итоге Power Ranger против Лола. В прошлый раз вообще другая была пара, абсолютно. Сейчас от сил, да? Просто 9 часов стрим идет, я смотрю. Прям как будто долго уже. Короче, я говорю, я предлагаю другую песню выбрать для караоке, если что. Как бы... Так... Power Rangers, кстати, в итоге проходят дальше. Тут караоке против аниме. Ну, блядь, видите еще в чем прикол? Вот ты, Хаб, донатил 10 рублей, Димон донатил 15 рублей. В итоге ваши варианты вместе, блядь. Это хуйня. Лучше бы были ваши варианты перемешаны, но надо было одни суммы донатить, значит. Блядь. А в итоге ваши варианты против ваших вариантов, блядь. Так, смотри, реально рандом. Пошла, раз аниме победила, здесь панк теперь. Окей, так, угу. Тут, ага, это панк-рок против этого, против колдуна. И колдун, кстати, победил в прошлый раз, да, хотя он аутсайдер. Вот это был пиздец. Так, ну сейчас он сосет. Сейчас он отсосал, видишь? Это рандом все-таки, рандом. То есть у него был больше донат, но он отсосал все-таки. В итоге рейнджер против этого... Против панка. Ну, рандомыч, рандомыч. Ничего не подкручено, все нормально здесь. В смысле? ПР тоже победили в том? Нет, по-моему, там же был Киш. Киш победил там. Киш победил. И все, в итоге рейнджеры побеждают. То есть... Вот так вот. Если бы так катали, то рейнджеры победили бы. Ну, блядь. Не повезло, не повезло. Что поделать? Против Шрека пиздились. Нет, Киш пиздился, Киш. Выбираю любую, я чисто, чтобы успеть что-нибудь заказать. Блять. Димон, какие предложения есть? Я просто сам хз даже. Ну, типа... Много песен есть, много чего можно выбрать.
Я не знаю даже. Кстати, у меня... Я с собой очки брал. До сих пор в сумке остались. Вроде целые. Ну и те, что я скинул. Ну ты скинул этот же, получается, Киша только. Ну там и панк-рок, это же рандомная тоже песня, или это название песни какое-то. Бля, мне язык заплетается еще. Я не знаю, может быть, завтра спеть тогда. Или, да. Или пойти взбодриться как-нибудь. Садовник. Найдите караоке пока. Я пойду умоюсь. Плес, если вам не сложно. По-братски, так сказать. Название песни? Я думал, это просто рандом ты предложил. Ну, короче, это... Пойду сейчас вернусь. Поджать ссылки. Взбодрись. Ну да, реально, вы слышите, язык заплетается. Нужно же петь, нужно четко, дикция поставленная, нужно воды попью еще, там все такое. Кстати, Димон, ты спать собираешься или как? Может, тачки еще глянуть? Или завтра лучше? Всем вместе, хули. Я понимаю, что поздно, конечно, поздний час. Сколько они идут, кстати? Здесь часа полтора. Иди взбодрись, так, Яндекс.Музыки вроде есть, такая функция, но только с мобилы. Ну ты-то, наверное, не идешь еще. Ха, или ты тоже спать идешь? Я думал, ты еще не идешь. А, ты мне на выборы предлагаешь? Я думаю, Димон, он же в это время уже отрубается обычно. Вот, мне кажется... Лесник, камнем по голове. Камнем по голове я даже особо не знаю песню, кстати. Пусть лесник лучше будет, наверное. Хотя, блядь, и лесника тоже забыл. Сейчас вообще вылетело. От усталости, наверное. Блядь. Замученный дорогой я выбил сессию. И в доме лесника я ночняга попросил. Да-да-да, все, я вспомнил. Но все равно язык какой-то мятный. Ой, не мятный, а это ватный. Мятный, блядь, язык. Омега Лау. Ватный какой-то язык, не знаю. Ну, или если еще варианты есть, можно еще, конечно, что-нибудь. Не знаю. Ну, так будет честнее, кстати, да? Что-то пиздец. У Димона все варианты вылетели нахуй вообще. Как будто реально подкрутка какая-то. Пиздец. Мне обидно, например, жестко. При этом все сразу вылетели там. Охуеть. Даже до финала не дошли, блин. Пиздец какой-то. Злой рандом был по отношению к нему.
Ну что, лесника тогда гоняли, что? Или ты еще ищешь там что-то? Ну это пиздец, песня, конечно, такая энергичная, пиздец, все-таки. Прям жестко. А, еще что-то? Яндекс Мьюзик. Панк-рок да погромче. А есть караоке этой песни? Я подумал, ты это, типа, такой... А, короче, любую песню, панк-рок. Да главное, чтобы погромче было. Блять, это такая песня, оказывается. Я панк-рок! Так, сори за минус уши, чуваки. А где убавить тут, блять? А, вот, нашел. Ебать, это было громко, по-моему. Включаю погромче, пусть район послушает ночью что-то. Блять, у меня... Ну, окей, этот кринж я точно не буду петь. Если не закажут в следующий раз, конечно. Сегодня лесник пусть будет, наверное. Хотя, может, вот камнем по голове, может, она не такая, этот... Не такая быстрая, так сказать. Вот все вот три варианта. Я спать после колыбельной. Нету, я искал. А, ну хуёво тогда, чё. Как я без караоке-то буду петь? Никак. Вот. Получается, завтра смотрим тачки, да? Я думаю, ну, надеюсь, что... Блять, как же сделать? Или сейчас посмотреть. Вдвоем тогда придется смотреть всего лишь. Хуй знает. Так, надо по громкости еще. После Аркании норм чем. Ну, блять, если снова не будет поздно слишком. Если опять будет поздно ночью. Уже. Хуй знает. Ну, хотя, может, я хуй знает. Может, Димон вообще не захочет тачки смотреть. Блять. Десятый час стрима. Да тут не то, что даже стрим долгий, а именно то, что поздно, 2 часа ночи уже. Да и поздно песни петь, конечно. Ну ладно, хули. Что поделать. Да-да-да-да. Блять, ну вот язык ватный, реально, пиздец. Блин, Аркани разогрев. Вот это хуй знает, это хуй знает. Ну можно, конечно. Вообще можно, да. Но это днем придется смотреть. Ну ладно, посмотрим. Если что, я напишу, наверное. Напишу, наверное, в этом. Пудись. Я еще хотел сходить кое-куда завтра, кстати. Да, но можно, может быть, днем, да. Хз. Посмотрим. Нормально по звуку, кстати, не тихо. Блять, я волнуюсь. Фолов не забудь поменять. О, не, я не уверен, что поменяю. Блять, я уже реально забыл, но посмотрим, короче. Не факт, что поменяю, потом, может быть, поменяю. Но я вырежу, скорее всего, звук. Просто еще картинку же нужно какую-то подставить. Громко, да? Громко слишком. Надо убавить, да? Я беру на себя эти... ответственность убавляю. Начинал с фоллоу. Ну, новую фразу решили добавить. Димон там сделал клип сегодня. Чужак здесь? Вот такой фразы из Аркании, блять. Да, из говна. Да, не удивляйтесь. Клипа глянь. Блять, такое долгое начало еще. Блять, я боюсь. Замученный дорогой, я выбился из сил. И в доме лесника я ночлега попросил. С улыбкой добродушной старик меня впустил. И жестом дружелюбным на ужин пригласил. Хей! Будь как дома, путник, я ни в чем не откажу. Я ни в чем не откажу. Я ни в чем не откажу. Хей! Множество историй, кой желаешь, расскажу. Кой желаешь, расскажу. Кой желаешь, расскажу. Видите, я даже знаю там, хей, когда нужно сказать. На улице темнело, сидел я за столом. Лесник сидел напротив, болтал о том о сём. Что нет среди животных у старика врагов. Что нравится ему подкармливать волков. Хей!
Будь как дома, путник, я ни в чем не откажу. Я ни в чем не откажу. Я ни в чем не откажу. Эй, множество историй, кое желаешь, расскажу. Кое желаешь, расскажу. Кое желаешь, расскажу. К среди ночи завыли под окном. Старик заулыбался и вдруг покинул дом. Но вскоре возвратился с ружьем наперевес. Друзья хотят покушать, пойдем, приятель, в лес. Будь как дома, путик, я ни в чем не откажу. Я ни в чем не откажу. Я ни в чем не откажу. Эй, множество историй, кое желаешь, расскажу. Кое желаешь, расскажу. Кое желаешь, расскажу. Сам ты хуй, блять. Хей там. Хей. Не, ну это песня. Я знаю лучше всех, разумеется, из тех, что я пел. Поэтому это было самое лучшее исполнение, я думаю, из всех предыдущих песен. Вот, потому что, как бы, я ее знал. И вот, поэтому я старался петь, чтобы было похоже. Не знаю, насколько оценили мои соседи, конечно. Думаю, что на 10 из 10, скорее всего. Да, такая хуйня, блядь. Я с садовником перепутал. Ладно, в следующий раз хули. Не, ну либо сейчас 75 рублей, либо... либо на следующем ауке там, или когда-нибудь еще, короче. Ну окей, сейчас тоже можно, конечно, если что еще, но... Если нет, то тогда хуй с ним. Но лесник тоже хороший был, как бы. Лесника я знаю хорошо. Ну, вы видели, как я хорошо знаю. Там не было слова «хей», когда альбом запишешь. Да я не певец, блядь. Блядь, чё, вы рофлите, что ли? Ну, конечно, я старался, потому что я знаю эту песню, поэтому я... Там не было такого важного вот слова, как «хей», блин. Но я знаю песню, поэтому я ее вставлял. Вот. Хуй с ним. Окей. В другой раз тогда. Так. Ну, с, минус 250, к сожалению. Ну, хотя есть опять вот эта женщина. Та самая, да? Но, наверное, не будем ее рейдить. Что-то, не знаю, неохота. Как-то. Вот Марину бы зарейдил. Но Марина на Твиче не стримит. Так что минус 250. ББ лохи, как говорится. Ну, кстати, можете посоветовать, кого можно зарейдить, если что. Вот я знаю, что Димон каких-то там стримеров себе находил. Может быть, у него новые какие-нибудь есть знакомые. Так что, если что, я готов к предложениям. Могу заценить, кого зарейдить. Ну, просто по приколу, так сказать. Мне, может, с кем-то познакомиться, так сказать. Найти связи. Вот, все такое. Вообще, да, давайте. Удачи. До завтра. До тачек. Наверное, тачки, да, будут днем, скорее всего. Ну, хотя хуй знает, не знаю. Будем посмотреть, как карта ляжет, как говорится. Тем более, я даже не знаю, что ждать от Аркани сраные, блин. Ну, да, ладно. Инкири. Это ты знаешь вот этого стримера, или ты рандомно нашел кого-то? Ну, это стримерша, видимо. Художница, что ли? Это неправильно написал. Я уже загуглил. О, Инкирия, это город такой, кстати. В Турции, видимо. Так. Это ты смотришь вот это? Или это рандомный человек какой-то? Аркания, best game in the world. Нет, не согласен. Знаю. Слушай, ну, в смысле? Ты кто? Ты этот? Ты рекомендуешь, короче, да? Правильно понимаю? На, ладно, похуй, слишком милый стрим, короче.
Нет, я этот, мне нужны в сатанисты, короче, все, пока бы.